сейчас будет подъем с высоты 140 метров до высот около 300. Сергиево-Посадский район. Видно, что сейчас на Липане полностью отсутствует, а снежный покров залегает не сплошным слоем с проталинами. Начинается подъем. Высота перепада будет примерно около 150 метров, там чуть меньше 300 будет, 290. По расстоянию проедем буквально несколько километров. Вот видно, что в поле снега практически нет. Равно как и на деревьях нет налипания. Земли больше, чем снега. Ну и вот количество снега сейчас начинает увеличиваться. Шикарно видно, как слева внизу на деревьях нет налипания, а вот здесь они уже появляются. Вот на этой линии прекрасно это видно. Вот уже появились налипания, снега стало гораздо больше. Вот что мы видим наверху. Вообще так остается нормально. Вот такие виды. Так выглядит дорога теперь здесь. Поднялись на 150 метров, проехали буквально километра 3, наверное, да, 4, не больше. Вот так теперь все выглядит. Погнутые деревья. Снежный покров сплошным слоем. Вот так выглядит этот подъем. Не часто здесь такая разница бывает, но когда около нуля температура скачет, это место всегда вот будет выглядеть именно так. Ну, дальше, в принципе, ничего меняться не будет. Все будет также завалено снегом. Сегодня 1 января 2018 года уже. Сергиево-Посадский район. Снега здесь настолько много, что здесь даже вон борт начищенный есть. Тут и старый снег не сходил никуда. Ну, а на дороге, соответственно, появилась грязь от раскатанного снега. И клея.